совместно с торгово-промышленной палатой должны будем плодотворно поработать. И как вы напутствовали нам, мы будем продвигать интересы предпринимательства в законодательной сфере и в Государственном Совете Республики Татарстан. И будем на будущий год пытаться попасть в Государственную Думу. Потому что если мы, предприниматели, сами себя не защитим, сами себя о себе не позаботимся, я думаю, мало кто это сделает. И поэтому, когда мы все предприниматели всех видов сфер встречаемся на такой площадке, как торгово-промышленная, тут мы сможем многого добиться, обсудить все, что нужно, и сделать все, что мы сможем. Перчатки, наверное, можно руки взять? Спасибо. Отставить свои интересы. Мы сейчас проанализируем, сегодня у нас будет заседание управления, мы проанализируем эффективность мер, действий, доступность этих мер. Мы тогда проанализируем, сейчас действует 48 мер объявленных в России. 45 из них работает. В республике 8 мер поддержки. По нашим анализам доходимость мер федеральная 16,5%. Мер республиканцы 21%. Но то, что уже меры есть, это уже хорошо.